Для сотрудников МЧС нет невыполнимых задач. По легенде, масштабные тренировки по гражданской обороне в городе Шуя на мосту через реку Теза произошло крупное ДТП. С участием КАМАЗа, перевозившего 16 тонн дизельного топлива пассажирским автобусом и нескольких легковых автомобилей. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, бригады скорой помощи, полицейские и психологи МЧС. Чтобы проверить навыки спасателей, в реке пришлось специально утопить автомобиль. Также сотрудники МЧС смогли продемонстрировать свои навыки в извлечении условных пострадавших, якобы зажатых в искорежном транспортном средстве. К масштабным учениям, условия водные заранее не были известны, привлекли 20 единиц спецтехники и 50 человек личного состава. Выполнить все задачи спасателям удалось за 15 минут. В течение одной минуты пожарные машины выехали, и в течение часа подтянулся уже инженерный техник, который дежурит не в постоянной готовности, а в повышенной готовности. Прибыли также, развернулись и оказали необходимую помощь людям, которые пострадали. Плюс провели последующие аварийно-восстановительные работы, части касающиеся по извлечению техники из водоема и растаскивания завала непосредственно на дорожной части.